что я мужчина. Три недели по два раза в день мое сердцебиение поднимается больше 100 ударов. Что это? Страшновато как-то. Железо принимала, начала действовать иглоукалывание, китайца, эзотерику. Что для себя делать? Смотрите. Существует некая энергетическая система, почему человек болеет. И одна из особенностей, связанных с сердцем, заключается в том, что чем больше человек погружается в себя, каким образом, правильно я поступила, неправильно, хорошо я выгляжу, нехорошо, там толстая я или худая, плохие зубы или здоровые, что будет со мной, что не будет, там правильно, неправильно, заработаю, не заработаю. И вот эти мысли, чем больше этих мыслей, тем сильнее сердце у вас начинает заболевать. Так появляется гипертония, аритмия, экстрасистолия, брадикардия и так далее. Но это грубо психосоматика, только энергетическая. Каким образом устранить это все? Как можно больше на протяжении дня рассматривайте окружающий мир и получайте от него эстетическое удовольствие и радостное удовольствие. Так себе и произносит. Мне нравится там, где я живу, мне нравятся стены, мне нравится утро, мне нравится вечер, мне нравится, что купаюсь, мне нравится это, мне нравится это. Чем больше человек обращает внимание на внешний мир, чем меньше обращает внимание на внутренние состояния, которые возникают в его организме, или чувства, которые возникают, особенно негативные, тем быстрее человек вылечивается от вот таких заболеваний. От панических атак, депрессивных эпизодов, нервных состояний и так далее и тому подобное. Именно поэтому, если хотите избавиться от этого...